Есть в нашем городе учебное заведение, имя которого у всех на слуху. Это старейший на Кубани Славянский сельскохозяйственный техникум, который отметил 90-летие со дня основания. Для того, чтобы поздравить техникум с юбилеем, в зал городского Дома культуры пришли те, кто здесь учился или работал. С подробностями Андрей Вишневский. Всего десятилетие отделяет прославленный Славянский сельскохозяйственный техникум от векового юбилея. Но и сегодняшние 90 – огромный срок. Это живая история нашего Славянска, Кубани, да и всей России. Это поколение тружеников, получивших здесь путевку в большую жизнь и передавших своим детям твердую убежденность, что в благодатном аграрном крае самый лучший старт в жизни – дает только сельхозтехникум. Его выпускники заканчивают университеты и академии и сами становятся в нем преподавателями. Уже более 30 лет я работаю в техникуме. Но более того, я хочу сказать, вся моя семья, она является выпускниками нашего техникума. И мой сын, моя дочь, мои братья, их жены, все мои родственники. Так из уст в уста и передается добрая слава о техникуме, которая дорогого стоит. Меня родители подтолкнули поступить именно в этот техникум, потому что очень много их, в их возрасте друзей и знакомых выпустились именно с этого техникума и в дальнейшем очень хорошо устроили себя в жизни. И вот уже зал городского дома культуры заполнился людьми, для которых имя Славянского сельскохозяйственного не пустой для сердца звук. Хорошая песня – лучший зачин для торжества. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. В своем выступлении директор воздал должное всем, кто внес и вносит в развитие техникума свой вклад, районным и краевым властям, социальным партнерам, ветеранам педагогического труда, действующим преподавателям. У нас замечательный коллектив, который сегодня шагает ногу со временем. Мы прекрасно понимаем, что на раскачку у нас времени совершенно нет. Мы должны работать, потому что новые технологии, новые требования, которые предъявляются, они идут вслед за нами. Мы должны быть на полшага впереди, и мы это делаем. Сегодня коллектив у нас большой, преподавателей порядка 80 человек, сотрудников еще столько же. Поэтому мы работаем для того, чтобы наши парни и девчата, которые живут в нашем районе, в близлежащих районах, получали нормальное, качественное образование. Глава Славянского района поздравил всех собравшихся с юбилеем. С богатой историей, уже старинное заведение Славянский сельскохозяйственный техникум. Мы гордимся тем, что многие наши жители учились в этом техникуме. Хочу пожелать всем педагогам, всем вот буквально всем, кто связан с нашим любимым техникумом, наверное, здоровья, мира, добра, процветания. Благодарственные письма были вручены преподавателям. Не забыли о ветеранах, настоящем золотом фонде учебного заведения. Ветераны педагогического труда по-прежнему очень дорожат своим техникумом. Я всю жизнь, сколько проработала в техникуме, всегда с любовью, нежностью относилась к своим студентам и, любя свою профессию, прививала им все самые лучшие навыки в садоводстве. Все сады, которые находятся в Славянском районе, посажены не без участия студентов Славянского сельскохозяйственного техникума. Многие выпускники, когда приезжали уже, говорили, что они получили хорошие знания, умения и навыки. И я гордился этим. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский хорошо знаком с сельскохозяйственным техникумом. Сегодня задача подготовить человека, который с первого дня вольется в трудовой коллектив и будет показывать свои умения и навыки. Сегодня задача воспитать того человека, который может работать в одиночку, в малом предприятии. И последние годы мы видим, техникум наращивает свой потенциал. Наращивает в том числе благодаря сильному педагогическому коллективу, который ни на минуту не останавливается в своем развитии. Мне очень приятно, что техникум возглавил энергичный, молодой, авторитетный руководитель. Большую роль в жизни техникума играют его социальные партнеры.
предприятия агропромышленного сектора, которые организуют практику студентов. Трудно переоценить и их помощь сельхозтехникуму в ремонте. То, кем мы сегодня стали, это только благодаря вам. И мы сегодня мысленно и каждый день вам говорим огромное спасибо за то, что вы есть в нашей жизни и в нашей судьбе. Я думаю, на этой сцене стояло бы столько сегодня людей много, которые могли бы сказать и присоединиться к моим словам и сказать вам огромное-огромное спасибо за то, что вы есть и живите долго-долго. О техникуме можно говорить очень много. Его студенты побеждают в профессиональных олимпиадах и получают призы в спортивных состязаниях. И все они очень рады, что обучаются здесь. У нас просто идеальный педагогический состав, преподаватель объясняет доступным языком все предметы, то есть техникум является лучшим в Краснодарском крае, по моему мнению. Весело очень, здесь интересно, постоянно какие-то мероприятия, всем советую, тут очень круто. Самое главное, студенты знают, что здесь они получат отличные знания и станут настоящими профессионалами. В этом и есть секрет популярности сельхозтехникума. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес Славянского сельскохозяйственного техникума. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».